Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Антон Мартынов. Мы продолжаем серию классов приема фотографий. И сегодня поговорим про довольно такой интересный прием, который, может быть, вы видели, на который обращали внимание. Это когда фотографы, работая со светом, ставят осветительные приборы, направляя их не прямо на модель, а ставят их как-то сбоку. Сбоку и направляют их не на саму модель, а немножко в сторону. И вот тут возникает очень часто вопрос, а что же они делают, зачем они это делают, и вообще какая в этом выгода есть для фотографии, для фотографа, в чем есть суть. Вот мы сегодня обсудим, как работают как раз градиенты света, как происходит затухание света от середины, из-за чего оно происходит, как оно работает. На практике посмотрим, что из этого получается. Приходите, посмотрите.